Далее в нашем эфире социальная рубрика «Ищу семью». Сегодня мы расскажем вам об ответственной, отзывчивой и доброй Светлане. Ей 14 лет, она воспитывается в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних и очень хочет обрести свою новую семью и дарить радость близким людям. Самые швы, которые мы с тобой Знакомьтесь, это Светлана. Юная девочка ищет свою новую семью. Светлане 14 лет, и этой осенью она пойдет учиться в 6 класс. Светлана очень коммуникабельна и любит общаться не только со сверстниками и тем, кто младше, но и легко находит общий язык со взрослыми. Света наша, она очень легко общается с детьми, с людьми вообще. В социуме она очень уважительно относится ко всем людям, и к старшим, и к младшим. Она очень уважает позицию людей, которые, ну вот вы сказали, и чье-то мнение она прислушивается. Она очень она у нас достаточно эмоциональная девочка, инициативная и доброжелательная. Ну вот при общении со сверстниками она не испытывает вообще никаких трудностей и очень легко заводит дружеские отношения. Светлана не только добрая и общительная девочка, но и настоящая мастерица в рукоделии. Для нее никакого труда не составляет изготовить традиционный эскимосский мяч, чукотские обереги и любые декоративные изделия. Но у нас творческий человек и умеет своими руками создавать произведения. Вот. Она умеет у нас мы ее учим, и она очень способная девочка. У нее очень легко получаются наши национальные сувениры, которые эскимосские мечи, например, вот, может шить сама. Причем вот ей только нужно дать выкройку, она находит материал. Вот недавно она закончила такой сувенир, подвеску в автомобиль, который называется «Чукотские тапочки». Да? Сама вышила, сама обшила, самостоятельно сделала вот такой сувенир. Как и любой ребенок, Светлана любит спортивные игры, кататься на роликах и велосипеде и гулять со сверстниками. Если вы готовы стать приемными родителями или опекунами для Светланы, всю необходимую информацию вам предоставят в Чукотском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних по номеру телефона 8 427 22 215 19 или 6 60 93, а также в территориальных органах опеки и попечительства. Антон Кучин, Никита Пенелькут, Вести Чукотка.